Сука! Господи, просто, ты просто зачем, когда уже почти пройдено миссия, зачем, зачем выпинывать дверь? Тим, все с тобой? Ты в порядке? А? Ты в порядке, Димон? Ой, а что я делаю? Погоди, погоди. Я что-то кидаю. Ты гранату кидаю там. А как вернуть детонатор? Все, сейчас. Работает. Хуйня, господи, как же громко-то. Делаем. Так. Что? Это дверь. Я знаю, что это дверь. А вот это пол, смотри. Подойди, давай. Вот лампа над тобой. Ну а это Warface, который проводит акцию невиданной щедрости. Про игру вы и так знаете. Это угарный бесплатный шутер с широким выбором PvP и PvE контента. Поэтому сразу перейдем к халяве, которую они подготовили. Так вот, любой игрок, новичок или ветеран, если пройдет по ссылке в описании, сможет забрать набор эксклюзивного снаряжения Миротворец или Пушек-Стражник. Навсегда! Акция «Ликвидация поставок» продлится до 9 марта, и после такой набор уже нигде нельзя будет достать. Поэтому прыгай по ссылке в описании и забирай снарягу, пока смотришь ролик. Растяжка есть? Я не знаю, у меня щит пробит нахер. Залезай. А, это так проверил, есть ли растяжка, да, пнув дверь. Окей, хорошо. Так, за это, за дверью человек стоит. Я пулю гранату. Не надо гранату. Ты, блядь, я приготовил? Уже поздно, да. Хорошо. Можешь дверь стрельнуть. Убьёте его, нет? Погоди, погоди. Сейчас я ебану дверь, ты кинешь гранату следом за мной, понял? Да, да, да. Да, так. Hands up! Ой! Кидай, 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 кидай! Сука! Сейчас, погодите, еще одну готов. Все, он бросил пушку. Да бросил пушку, нужно ебить твою. Да еб твою мать, опять даже. Ему оно ебаный рот, блядь. Все, скрутил. Тут еще могут быть люди, рано крутить. Я ж говорю, тут еще могут быть люди, рано ты крутить начал, Дима, блядь. Короче, смотрите, я обрисовываю ситуацию. Есть большое помещение, в котором явно террористы. Дима подходит, поворачивается к этому помещению жопой и начинает винтить. Да а чё, меня не прикрывали, пока я крутил это? Так потому что на вас слеплены были, Дима. Ну, блядь, не мои проблемы. Дима на каждому по флешке в очко вставил. Только в этой задании есть гражданская, очень важная. Ее главное не убейте, все будет хорошо. Она в желтой майке и в красных трусах, по-моему, она как-то так выглядит. Сними трусы. Сейчас, где тут Заки, я с него сниму. Возможно, у Заки красные трусы, может, вам и не нужна эта баба, просто его возьмите. Да, баба следующая. Нет, у меня коричневые трусы. После этой перестрелки у меня коричневые. Нихуя, он не ложится. До сих пор, пацаны. Бей его, Заки, Заки, бей его. Мне перезарядиться надо. Ну что вы требуете? Почему не стреляете в него, блин? Полицейское насилие. Анимация рукопашки даже лучше, чем в Warhammer. Все, я просто в тебя вижу, попал. Мне кажется, в этой недостроенной зоне одну дверь закрыли. Это очень странная ванная комната, вы не находите конкретно вот эту ванную конструкцию. Да похуй. Что с ней не так? Ну, начнем с того, что душ здесь на уровне, если встать в ванну рта, в лучшем случае. Не, это просто мы высокие, мы 2.5 метра все оперативники спартанцы. Мы космосват, просто. Мы генно-модифицированные сватовцы. Космосват звучит как продолжение сериала на СТС. Такое футуристичное. Космосваты. У Квит Комедия был какой-то этот прикол про то, что какие-то там динозавры как-то, блядь. А, ментозавры. Ментозавры, да, вот мы это, вот мы это они. Put your hand where I can see. Блять, как стрелять-то? Залупаться будет у меня. Блять. Я чё, не попал, что ли, по тебе?
А что, обычным дробовиком нельзя выбивать вот так? Можно. Там баба полуголая стоит. Как, что-нибудь есть у нее? Я первый. Заки. Заки не смотрел на руки. Все, погоди. Больше там ничего нет, растяжек, кажется. Ты его у бабы видишь оружие где-нибудь? А нет, справа чувак стоит, короче, вижу. Я не понимаю, кто это. Это, кажется, Тер. Заходи. А, это мирный был? Или нет? Нет, не мирный. Вижу гада. Ну, нихуя у него платье какое красивое. Хуя там, ох, нихуя тебе. Добрый вечер, блин. Вот и красные труселя, сайты все-таки не врал. Кажется, да, мы их нашли. Дело раскрыто, да, вот оно куда засыпалось. Поэтому я несколько раз туда смотрел камеры. Блядь. Вот еще труп какой-то. Это Денис. Это я. А, ты Костян. Настало твое время. Смотрите, у него кто-то ботинки снял. Кто из вас снял с нее ботинки? Так, кто остался в живых? Не лезь в мою личную жизнь. Одна ошибка, и ты ошибся. За Костяна Friendly Fire там нам накинут сейчас. От души. Friendly Fire. Окей. Ну давай, покажи мне, где тут Friendly Fire? Ну-ка, мистер, меня за все миссии. У Дениса это что смотришь? Friendly Fire свой. В смысле? Вот сейчас только что очки показали. Где там нам за Friendly Fire что накинули? Ничего не знаю, я видел, как ты гранату кидал. Я ничего не знаю, давай. Вот я тебе скриншот, может, скинуть нашего отчета? Не хочу. Кидаю гранату. Блядь! Кидаю гранату. Погоди! Блядь! Какая... Ты меня первый почти убил, и тут вторая. Ты мне прям в очко засунул, что ли? Ну чё, помой. Фагот. Окей. Сайдет не унимается, окей. В смысле? Ну ты запретку указал. А, да? Черт. Впереди никого, Денис, выходи первый. С щитом, Денис. Блять, у меня ничего уже не видно через этот щит. Ну, нам зато видно. Wait a minute! Чё? Откуда человек взялся? Он там стоял все это время. Да, серьезно? Нихуя себе чекаете. Потому что я говорю, потому что не видно нихера из-за этого щита. Да, он торшир запоминал. Чё там, Костян? У меня просто стекло раздрочено уже, в щите ничего не видать. Мы... Ну что, давайте пейджап и смотрим, что там нам на часы. Нет, не нажимайте пейджап. Мы это, кого-то не отрепортовали, кого-то, либо брони это не собрали. Эвиденции. Проверьте каждого заложника. Как, кого проверили, помечайте их флайером. Не флайером, а люминесцентным хуёвиной. Мы кого-то не пометили просто. Это что такое? Это место для подвязывания. А, смотри-ка. Это для пиперов. Угу. Здесь камера должна сохранять какая-то. Видимо, да. Это на кого он дрочил или что это? Ну, а что он еще делать на этом мапе? Ну, они там, может, снимают, как клиента трахают. Здесь есть женщина-динозавр. Во, блядь. Ну, вон, иди сюда, посмотри, наверх. Я что-то даже динозавров там не видел, слушай. А, и правда? Либо... Ой, блядь, это женщина-динозавр, блядь. Сука, так. Они плохо, и у них тут клиентура. Мне кажется, это фотошоп. А вы как думаете? Не, я думаю, это реальные съемки. Я ставлю полтос на инфу от сайта, да. Блять, я эту миссию на S выполнил. Вышибаю из Костяна говно. Сейчас, я посмотрю вот этого чувака одного, и ну да, тут все у него запаковано. Все по... А, нет, не запаковано. Все? Не нажал на него. Все, мы победили. Миссия все равно не кончилась, а где... Вот, все. Вот. Инфо от сайда, блядь. А я уверен, сайт это сейчас просто вышел в меню и все. И такой, во, я же говорил, блядь. Сейчас посмотрим, за что нас штрафанули. Если штрафанули вообще. Нихуя себе. Ёпта, идеально вообще. Да, подожди, блядь, сайт весь метафетамин спиздил. Денис. Вот смотри, короче, подходишь вот к этой вот двери, вот нажимаешь вниз и видишь, кик до. Давай, ебаш, покажи класс. Подставить меня хочешь, да? Не, ни в коем случае. Ну-ка, подожди-ка нахуй. Давай.
Подожди-ка. Сейчас я загляну под дверь. Давай, давай. А, я вижу растяжку, Сайда, сволочь какая. Ну-ка, там граната, это хаешка. Да, Сайда. Сейчас смотри, как это Подожди, делается. Подожди, а я могу ее прострелить сквозь дверь? Нет, не можешь. Смотрите, у меня тактический дробовик есть. Смотри. Блядь!